Здорово! Один лотерейный билетик. Все, хватит этих глазов. У меня разрывается жопа. Боже. Ой, в смысле? Прямо сейчас я зачарую целый стак на мега удачу. Я придумал новый способ. Всем здорово, YouTube! У микрофона Фикс! Отдельный привет всем подписчикам Лолошки! Здравствуйте! Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка! И добро пожаловать в шахтерское прохождение Майнкрафта! Сегодня мы с Ромой решили неприлично обогатиться и выбрали для этого работу шахтера. Придется поработать ручками. Ты хотел сказать кирками? Нет, придется поработать. Ты же хочешь по карьерной лестнице подняться? Это Рома, все, стоп, хватит! Ладно, сори. Я на самом деле уже посмотрел в сундук, у нас только одна кирка. Поэтому вначале работает кто-то один. Да, вообще, знаешь, я тут понял то, что для того, чтобы у меня, то есть у тебя, конечно же, у тебя была нормальная пенсия, нам нужно как минимум понять, где мы находимся, чё тут копать. А копать, видимо, кстати, вот этот блок. А, да, кстати, смотри, он так подозрительно стоит в центре. Также мы видим, здесь стоят какие-то жители, которые что-то продают. О, кирочки, кирочки, это хорошо. Но, смотри, у нас тут еще всякое открывается. Улучшение печки, необходим второй уровень. Ага. Так у меня миллион! У меня миллионный уровень! Действительно! И смотри, еще есть арена, необходим третий уровень. Интересно, интересно. Понять бы, что это за уровень для начала, да? Ага, да. Казино! У тебя, господи! Я знаю, куда мы сольем всю зарплату, мужик. Ты понимаешь, это круговорот зарплаты. Ты зарабатываешь и на работе тратишь. Да, вот место выдачи призов. Ну ладно, я так понимаю, ты готов уже, да? Да, стой, погоди, тут есть еще какое-то спаун дерево. Я походу понял, мы разделим обязанности. Я беру каменный топор. И я не знаю, зачем нам понадобится дерево, но тем не менее давайте попробуем. А я взял кирку и давай попробуем вскопать этот блок. Может что-то прибавится, какой-то баланс. Давай, давай. Так. Оп, окей, нам дали блок. Подожди, как за него что-то покупать? Как это необычно, как это не по-майнкрафтски. Держи, ты разбирайся, ты в этом шаришь. Так, новое достижение, спасибо. Короче, смотри, если ты хочешь каменную кирку, то нам понадобится уголь. Каменная кирка может ломать булыгу, уголь, медь, железо, золото, алмазы и... древние блоки. И тут есть вот какая-то тема обновить до угольной руды. Но как нам это прокачать? А во-во, смотри, тут написано прокачки и прочее. А, вот они эти уровни, смотри, обновление камня прокачивает вас до первого уровня, ставить на угольный блок, вот он. О, прикольно, и что нам для этого нужно? 25 булыжника. За работу. О, черт, я все-таки думал, мне не придется доходить до этого. Копать на карте для копания. О, какой ужас, ладно, за работу. Так, давай-давай, работай, я пока тут посмотрю, что еще продается. Железные топоры, алмазные топоры, эффективность всякая разная, это хорошо. Нет, чувак, мы начнем с кирок. Ты-то тебе-то топор не так стоп, нужен. Стоп, 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 погоди, погоди, чего? Погоди. Я, походу, что? Знаю, на что нужно тратить дерево. Ты копай, копай, я тут со зрителями. Ладно, ладно, ладно. Короче, смотрите, ребят, купон. А если мы подойдем к этому казино, за 10 купонов можно приобрести выдачу призов. Кажется, я знаю, чем я хочу заняться. Ты что, будешь просто играть в казино, пока я буду работать? Не, я это тоже называю работой. Я тебя понял. Ты знаешь, сколько нервов можно просрать в казино, а? Ну да, моя вот работа очень спокойная. Я прям спокойно копаю булыжник. Сколько у тебя? 30, кстати, да, я что-то забылся. А, так давай, давай, попробуем улучшить. Я говорю, релакс. У нас, по идее, сейчас улучшение печки будет. Давай, я даже хочу это видеть. Опа. Взял эту штуку и ставлю на угольный блок. Ага, нажимай. Поздравляем! Улучшение первого уровня достигнуто. Хорош! А, это только первый уровень все-таки. Улучшение печки-то не открылось. Мы были на нулевом. Да. Так, а ну смотри. Второй уровень уголь. А. Дувачок, да-да-да, теперь я добываю уголь, я стал на уровень выше. Самое главное, что ты можешь делать, это деревянной киркой. Только я уже заметил проблему. Да, некая проблема все-таки присутствует. Как это переплавить, как это пережарить? А, стоп! Походу я понял. Тут есть печка. Да-да, тут все продумано. Я-то думал, что все, жопа полная. Окей, ладно, нормально. Я тогда пока продолжу копать, а ты иди там, казино играй свою. Ну, спасибо, спасибо. Папа, ты лучший. Я тем временем добыл кучу дерева, приобретаем купоны, еще купоны, и я могу поиграть. Стой, стой, ты не оставил дерево мне на топливо? Ладно, давай посмотрим, что тебе выпадет. Давай, 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 открывай. Хорошо, хорошо. Кнопка, кнопка используется для выдачи призов. Приобретаем. И ставь ее сюда, давай. Ну давай, получается... 10 миллионов алмазов, надеюсь. Выбирается рандомный сундук, подождите. Так...
А где сундуки? Вам выпал редкий сундук. Хорош. Что-то мне подсказывает, что это даже неплохо. Да, что-то мне тоже подсказывает. Вау! Ни хрена себе, чувак! Нафиг нам эта шахта! Зачем нам работать, когда у вас такое? Подожди, стоп, а насколько это редкий сундук? Потому что, судя по луту, это прям мне очень повезло. Знаешь, мы это сможем понять только если ты откроешь еще, ну, билета 3. Смотри, у меня, например, 15 алмазов. Посмотрим, что мы на это можем приобрести. Ага. Например, ничего. Серьезно? Да, все, конец. Вот настолько мы богаты. Не, ну на самом деле, 10 железа. Если мне еще 3 раза выпадет такой редкий сундук, то я могу даже приобрести там золотую кирку. Короче, я понял, повезло, но не слишком. Да, вот бы уголь выпал на самом деле. Как будто это было бы даже круче. Слушай, это даже не обязательно. Надо просто, чтобы ты вставил топ. Ты что делаешь? Я вставил топ. Ты плавишь уголь за уголь? По-моему, выгодно. Иди работай. Ты идиот! Иди работай. Я для чего это добываю? Работай. Стоп, погоди. Чувак, тут за 5 дуба можно приобрести 1 древесный уголь. Знаешь, мне на секунду показалось, что это выгодно. Но только на секунду. Что ж, ты будешь лучшим менеджером, аналитиком, бизнесменом и все такое. Бухгалтером будешь хорошим, короче говоря. Спасибо, спасибо. Если честно, я уже добыл достаточно угля. Сколько у тебя? Дофига. А, так погоди, вот, смотри. Это пусть переплавляется, 10 есть и... Та-та-та-там-та-там! Прокачка второго уровня. Поздравляем! Второй уровень открыт. Вы разблокировали улучшение печки. Ну-ка, давай посмотрим, что это делает. Эй, здрасте, еще один житель. Так, добавить печь, ускорить печь, необходима вторая печь. Ничего не понятно пока что. Добавление новой печи стоит... Купоны? А я-то думал, что это только для казино, алло. Это работенка для тебя, Ромочка. Да по всей видимости. Только у меня проблемы. Моя кирка уже не вытягивает. Подожди, стоп. Слушай, так. я думаю... Видимо, на этом ролик заканчивается. Подожди, чуть-чуть. А, не-не-не, подожди, у нас один уголь переплавляет, чуть-чуть угля осталось. Давай. А, то есть ты купишь, да? Ты купишь? Да, в теории, окей. Да. То есть, да, и копаем дерево. Ехало! Здорово! Я хочу новую печку, вот так вот. Так, куда это получается? Вот сюда, вот так вот. Поздравляем, теперь у вас есть новая печь. Разблокировано ускорение печи. А так, где новая печка-то? И где? Может быть, там появилась? Проверь. Это же все-таки называется улучшение печки. Да, чувак, смотри, их тут теперь две. Да, но я тебе так скажу. Если ты хочешь, чтобы они работали быстрее, то... Я не знаю, как этого добиться. 15 мегакупонов. 15. 32 дубовые доски и умножить на 15. Придется жестко попотеть. Так, подожди. 32 умножить на 15. Это... 480. Офигеть. Ну, ты этим займешься же? 480 дубовых досок. Это надо разделить на 4. Это будет сколько? 120 бревен. Почти 2 стака. Ну, слушай, ну... Ладно, я... Звучит реалистично. Не говори ничего. Просто... Отдай мне медь пока что, пускай плавится. А, ну да, да, все. Не говори ничего. Спасибо. Просто поехали. Наконец-то моя работа станет чуть-чуть быстрее. Хотя не чуть-чуть, кстати, очень даже быстро. Вообще ты неплохо ускорился, так давай еще немножко. Итак, 17 купонов, ребята, я думаю, вы понимаете, что это значит. Ты с кем разговариваешь? Мы тут одни. А, и вправду, извини, вот эта вот работа шахтером, это так сводит с ума. Так, короче, 15 у тебя точно есть, давай сюда. Ага, держи. Бляха-муха, ты по одной реально будешь выкидывать. Издевательство какое-то. И нам нужно ускорение. Давай, как это работает? Ускорение печи, бам. Следовательно, ставим сюда, бам. Поздравляем, вы улучшили печь до максимума. Теперь ваша печь плавит руды быстрее. Чего, до максимума? Это реально все? О, реально, мы справились с печками. Кстати, ну мы, наверное, можем еще поставить. А, нет. Чтобы ты понимал, прокачка закончилась. То есть мы не можем добавить новую печку, и мы больше не можем их ускорить. Это грустно, но все равно у нас есть чем заняться. Например, прямо сейчас тебе нужно снова добыть дерево, чтобы у нас было топливо. Черт возьми, не волнуйся, все есть. 64 дубовые доски. Хорошо. Еще 64 дубовые доски. А, так погоди, я понял.
Эти печки просто превратились в плавильные, и все. Слушай, по факту они улучшились. Ну, так-то да. Я просто думал, что они, ну, просто будут быстрее. Но они же и стали быстрее, боже мой. Что с тобой не так, мужик? Прости, я что-то туплю в последнее время. Это шахтерская работа, да уж. Да-да, я понимаю. Короче, в любом случае, у меня 25 купонов. Там мы закончили тратить, следовательно, пора приступать к лотерее. Я приобрету давай две кнопочки. И у кого золотистая рука? Вот, возьми. Моя очередь, наконец-то. Поехали, натер его своей золотой ручкой. Что ставим, активируем. Что это, бля? Пожалуйста, я хочу это повторить. Вам выпал необычный сундук. Блин, ну ладно, и что тут у нас? Не повезло. Не волнуйся, сейчас ты увидишь, как надо. Давай. Я не знаю, что это, но мне кажется, это сработает. Итак. Вам выпал необычный сундук. Это определенно не работает. Ну уголь-то дадут. Уголь не дают, ой, ё-моё. Это тотальная проблема. У нас есть еще одна попытка, пожалуйста. Я знаю, как сделать. На попытку придется заработать. Стоп, а попробуй ты каменным топором копать, и я железным. Насколько это будет быстрее, давай. Ну-ка. Так. Кажется, это нифига не быстрее. Там же, по идее, можно еще алмазный топор купить вроде бы, да? Да, сейчас проверю. И проверь сразу, сколько стоит эффективность 4 там или 5. Нифига себе ты придумал. Эффективность 4 стоит 150 назаритовых слитков. По-моему, мы близко. Мы рядом, мы скоро накопим. А вот алмазный топор стоит 30 железных слитков, и это уже довольно недалеко. У меня 30, чувак, вот, возьми. Все, быстро это переплавляй. Единственная проблема то, что мы больше не сможем купить эффективность 1. У нас нету угля. Вот такая вот беда. Чувак, нам и не нужна эффективность 1. Эффективность 2 стоит 40 железных слитков. Это будет изи. Ну, я так думаю. А где ты железо возьмешь? Так прокачаем нашу шахту. А! Кстати, а почему мы это еще не сделали? А, не знаю, сейчас прямо и сделаю. Так, взял и прокачиваемся до железного блока. Поехали! Поздравляем! Третий уровень разблокирован. Вы также разблокировали арену. Арена звучит прекрасно. Надеюсь, то, что там можно будет зарабатывать уголь. Это было бы приятно. Так, большой сундук. Куда мы попали? Что? Все пусто. Тут магазин есть еще какой-то. Чего? Вспомогательные предметы. Мать! И все стоит гребаное дерево. То есть то, что мы идем в дерево, это не так плохо на самом деле. Только вот зачем вся эта арена нужна? Воу! What the fuck? Музыка такая. Чувак, тебя не смущает, что у нас бегут зомби с алмазными шлемами? Не, не смущает. Я же их убиваю за два удара. Ну хорошо. А нам дадут что-нибудь за это? Мы за это получим, да. Уже эта музыка, она... отвратительно шикарная. Она где-то здесь, я чувствую ее. Ну-ка. Да, реально, слушай. Она прям тут. Подожди, мы прошли, алло. Дайте деньги, хоть что-то. Алло, это что, ловушка? Как выбраться теперь? Мне кажется, ты тут лишний. Пережито 0 вон. Плохой результат. В следующий раз ты их сможешь одолеть, не волнуйся. Награда 3 угля. Что? Подожди, реально дают уголь? Ты был прав. Я же просто пошутил. Слушай, ты офигенно пошутил. Есть, знаешь, только есть проблема. Я, походу, теперь главный босс этой арены. Знаешь, я могу тебя освободить. Я думаю, я знаю как. Ну-ка, давай, давай, давай. Прибегнем к магии. О. Мне еще 3 угля дали. Отлично, у нас 12 угля, мужик. Чего? Ну я же просто вышел с арены. А, я походу понял, а, есть, короче, баг, что если мы вдвоем заходим, то, наверное, подлагивает, да? Ну, видимо, да. Давай я попробую один зайти. А, или стоп, давай. Тебе телепортируют, да? Ну, посмотрим, давай, заходи. Ну-ка. А, да, я с тобой. А, черт. Так, а, попробуй выйти с этой арены. Магией, магию, используй магию. Использую магию. О, черт. Арена не работает, пока мы вдвоем. А как? Подожди, а как быть, если нас телепортируют вдвоем? Чё делать? Слушай, я не знаю. Я могу в теории вообще выйти, а ты сам зайдешь на арену. Давай, давай, попробуй. Давай так и сделаем. Все, убил 5-го. Воу! А, стоп, 2-я волна сразу жопа! Я сейчас проиграю! Ой, я проиграл.
Чувак. Что дали в награду? 5 железа дали и уголь. О, хорошо, так нормально. Если ты не против, я вот прямо сейчас хочу прокачать себе кирочку и купить тебе новый топор. 40 железа почти переплавилось. Ты все делаешь ради меня, как это мило. Ну, вообще, дерево просто слишком важно, понимаешь? Да, чтобы ты понимал, вот я когда только начал проходить это с тобой, я думал то, что ну тут по-любому надо прокачивать руду. Дерево это так, чисто для топлива. А по итогу дерево здесь самый важный ресурс, оказывается. И у меня есть алмазный топор! Да ладно. А эффективность? Эффективность пока что нулевая, нужно еще железо, я этим занимаюсь. Не-не, стой, давай вместе! Или ты будешь копать железо? Я буду копать железо, эффективность иначе не появится, мужик. Ну, вообще да, логично, копай. Итак, дамы и господа, я тут немножко перестарался, возможно, фиксплей. Вот, держи, еще держи. И покупай купончики, давай. Хорошо, но перед покупкой купончиков я куплю тебе подарочек. Ну-ка. Держи. О, спасибо. Так. Не за что, не за что. Это ж получается, я могу теперь алмазный топор прокачать, да? Раз, два. Именно так. Бахнули эффективность 2. И проверим, насколько быстро я теперь копаю. Вау, слушай, вот это намного круче. Я вижу, ты просто моментально вскапываешь дерево. Надо будет потом проверить, как мы будем вдвоем копать. То есть, знаешь, сделать супер два топора и прям вместе. Ага, ага, я понял твою задумку. Скажи мне, пожалуйста, сколько купонов ты рассчитываешь сейчас получить? 1,5 стака. Что? Да ты оху... Вот, держи твои 1,5 стака. Быстро, быстро. 38... А, господи, реально 1,5 стака. В честь этого я даже тебе анекдот расскажу. Давай, давай. Штирлиц стрелял вслепую. Слепая бегала зигзагами и кричала. Выходит мужик на балкон, короче. А балкона нет. Нормально. Ну ладно, в этот раз ты подготовился, молодец, молодец. Слепой заходит в магазин, берет собаку поводыря и начинает раскручивать ее над головой. Что вы делаете? Да так, осматриваюсь. Да это лучше просто. Я на середине думал, что он закончился. Мне уже стало смешно. У меня самого разрывается этого анекдота. Мам, смотри, голубь. У тебя хлеб есть? Без хлеба ешь. Все, хватит. Пожалуйста, дай мне один лотерейный билетик. Это все, что я прошу. Одна девочка так сильно боялась прыгать с парашютом, что прыгнула без него. Здорово! Один лотерейный билетик! Все, хватит подожди, анекдотов! У меня разрывается жопа! Боже! Ой, в смысле? Я имел в виду, вот тебе целый стак купончиков, приобретай, что хочешь. Спасибо, смотри, прямо сейчас я зачарую целый стак на мега удачу. Я придумал новый способ. Ай, надо же было купить кнопку. Подожди, вот заново. Какого чёрта, оно все оплёвано. Заново, подожди. Все, поехали. Сейчас повезет. Вам выпал необычный сундук. Да, весь ролик только если. С самого начала. Так, ну ладно, попробую я, получается. Давай. Ну-ка. Я думал, хуже необычного нету. У нас на этот случай даже озвучки не нашлось. Ой, бляха, у меня чай упал, погоди. Сейчас, надо выпить. Не волнуйся, я открою за тебя. Итак, тут... Ну, в принципе, да. Вкусный чай с пола. Вам выпал редкий сундук. Поздравляю. Наконец-то. Алмазики. У меня 30 сюда. Алмазов, если что. Ну, слушай, на самом деле, мы даже не дошли до алмазов, а у меня уже 1,5 стака. Подожди, а мы можем сразу прокачаться до алмазов? Как тебе такая идея? Так вот, вот, я так и хочу, чтобы ты понимал. Или ты имеешь в виду вот этот блок? Я имею в виду нашу руду, наш уровень. Ну да, блок, то есть. Ну давай попробуем, слушай. Но нужно 1,5 стака алмазов. Ты готов к этому? 1,5 стака алмазов, чтобы была алмазная руда, чего? Нет, у нас будет незеритовая руда. Короче, просто скажи, что нам нужно сейчас? Вот именно сейчас. Так, нам нужно 40 железа и 55 золота. Кстати, 40 железа уже есть. Ну вот, а что ты говоришь там про какие-то алмазы? Приобретаем вот это. Ну-ка. Поздравляем, вы перешли на 4-й уровень. Спасибо, спасибо, Ромочка. Если ты постоишь еще пару секунд, то мы перейдем сразу на 5-й. Ты готов? Сразу? Подожди, у тебя уже куча золота? Ага, у меня почти 55 в инвентаре. Блин, знаешь, о чем я подумал? Как было бы так прикольно, если бы здесь была автопереплавка. Да, крутая была бы книга. Да, было бы очень приятно.
Но ее тут нет. 55 золота! Давай, приобретай, давай, быстро! Слушай, у меня выбор, я могу взять себе алмазную кирку. Зачем тебе алмазная кирка? Я хочу алмазную кирку, ладно, покупаю улучшение. Так, у нас по идее сейчас алмазы будут, да? Давай! Поздравляем! 5-й уровень получен! Да! Слушайте, ребят, на самом деле мы тут вот что поняли. Мы копаем это золото, копаем, потом еще копаем. А по факту-то прокачиваться уже некуда, буквально некуда. Арена открыта, улучшение печки давным-давно есть, топор копает супер быстро, а мы, мне кажется, заработали на безбедную пенсию, потому что алмазов реально дофига. Прямо дофигища. Да, как вы понимаете, мы прошли не самую замысловатую карту, но, тем не менее, мы кайфанули, потому что везде, где можно почилить, можно и кайфануть. Цитаты великих. Обязательно подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лололошка и Фиксплей. Всем удачи, всем пока. Пока. Всем пока.